в Японии открылся приют для роботов. Японское подразделение Sony разработало программу приемных родителей Айба для помощи брошенным роботам-собакам. Сделано это с целью уменьшения количества электронных отходов. Роботы будут отправляться в медицинские учреждения, приюты и другие социальные организации. Айба, выпущенный в 2018 году, представляет собой робота-щенка с искусственным интеллектом, реагирующего на поглаживание и голосовые команды. Владельцы, избавившиеся от электронных питомцев, могут передать их компании, которая направит соответствующие организации, предоставляющие эмоциональную поддержку. Эта инициатива направлена на более ответственное обращение с роботами-животными и поддержку учреждений, нуждающихся в эмоциональной помощи. Интересно, что в Японии существуют проблемы с брошенными роботами, потому что во всем мире этих роботов перепродают и охотно покупают за большие деньги. Даже старые модели Айба в 20-летнем возрасте можно найти на маркетплейсах за эквивалент $1000.